Ребятки, всем привет! Это шоу «Паша Азами», в котором обычные люди, они же популярные личности, бросают вызов искусственному интеллекту с недавних пор еще и друг другу. Сегодня у нас в гостях легенда нашего шоу, рекордсмен по количеству участий, да! И против него Рамиль. Он был здесь один раз, но он победил. Да. Ему хватило одного раза, чтобы победить. Хорошо, да, дядь, Шазам, я очень хорошо играю. Дядя, я очень хорошо играю. Ваши категории сегодня, пацаны, это топ ВК, топ ТикТока, рэпчик, хиты последних лет, хиты 2000-х и кореша. Так. Скидывайтесь, решайте, кто из вас определяет категорию. Мои кореша. Ну, давай. Не, я... Хочешь? Давай. Да. Я сразу говорю, где-то год я в топе ВК вообще не лазил. О. Типа и... Все, я сегодня просто на первое место каждый раз с каждой песни залетаю. Ну, там не был. Но в целом там не был. Так, ты тогда выбираешь, Дава, какую категорию? Давай, что, давай топ-ВК. Топ-ВК? О, какая крыса, ну хорошо. Это крыса. Хорошо. Кстати, раз речь зашла про ВК, это приложение ВК Музыка, где я открываю для себя новые треки, а иногда возвращаюсь к истокам своего плейлиста, который собирался годами. Спасибо Гуфу, многоточию Линкин Парка, за мое счастливое детство. Особенно я угорал по треку «Было давно», в котором Гуф оставил кучу отсылок к его любимым исполнителям того времени, которыми он вдохновлялся. MC Hammer, группа Criss Cross, Vanilla Ice и Ice MC. Так вот, теперь не обязательно вслушиваться в треки и пересматривать интервью артистов в поисках того самого топ-3 рэпера прямо сейчас. Потому что в приложении ВК Музыка появилось 100 личных плейлистов разных артистов с той музыкой, которую они реально слушают. И более того, можно проверить, насколько твой музыкальный вкус совпадает со вкусом артиста. Ну вот, например, мой вкус с Джараховым и Клавой Кокой совпадает на 87%. Правда, в сумме на двоих. Ну кто знал, что Клава вообще не слушает русскую музыку? Так, а что по Дави Рамилю? 60 и 52% соответственно, ну не так уж и плохо. Забавно, что Давид добавил в свой плейлист целых 2 трека Рамиля, а вот Рамиль треки Давы в свой плейлист вообще не включил. Не знаю, чем закончится это шоу, но здесь уверенный 1-0 в пользу Рамиля. Кстати, среди этих 100 звезд есть и Гуф, но по нашему совпадению в 16% видно, как сильно разошлись наши пути с тех пор, как я закончил школу. Самый кайф, что процент совпадения с артистами может меняться, так как он зависит от того, какую музыку ты слушаешь. Еще в начале сентября моим топом был Хлеб, но в итоге моя любовь — это Мэри Гу. И это прям идеальное попадание в яблочко. Все-таки моя любимая певица. Залетай в ВК-музыку по ссылке в описании, узнай, насколько твой музыкальный вкус совпадает с твоими любимыми артистами. А мы погнали дальше. Итак, не угадаю сейчас. Отвечаю. Топ ВК. Первый раунд. Дава против Рамиля и против Шазама. Нажимайте на кнопку. Если да. Нажал первым, у тебя право ответа. Я если понял. Ты тупишь, у Дава через 3 секунды врывается, надо обогнать не только друг друга, но и Шазам. Погнали. Но... А, Зиверт! Ну, почти. Нет, это новая песня. Другой человечек. Новая поет. Песня? Да. Другой чечек? Я мимо. За Лимбо. А, секрет за Лимбо. И даже не хочешь, но ты звонишь мне ночью. И плачешь, а вот, такие дела. 1-0 в пользу Шазама. Теперь ты выбираешь, Рамиль. Топ ТикТока, топ ВК, рэпчик, хиты последних лет, хиты 2000-х или кореша? Хиты 2000-х. Хиты 2000-х. Опа. Попробуем, в чём бы и нет. Ну давайте, заруба жесткая, поехали. Ты. Галы, жилые. Кто поет? Массивы. Какая группа? Я ухожу. Какая группа? Сейчас какая группа? Двери. Ну хорошо. Хорошо. Хотя бы нам по пятачку. Половина балла тебе, половина балла тебе, потому что ты сказал звери. Все, врывайтесь в эту игру, пацаны. 0-5, 0-5. Я уснул такой. Я думаю, караоке. А я тебя вывел из гипноза такой. Эй! Я просто ночью в караоке был. Он начал нервничать просто. Группа! Группа! Вот теперь вы видите, почему я за кадром, просто у меня нервов не хватает. И я скрываю свои эпилептические припадки. Так. Песня просто вот так вот изо рта идет. Топ ВК, топ ТикТока, рэпчик, хиты последних лет, хиты 2000-х. Слушай, кореша, ты продолжаешь выбирать Рамиль. Почему? Кореша. Потому что он угадал. Кореша. Это ваш кореша. Мои кореша. Погнали. Ты первый. Вечеринка Джаро. Ханзовик.
Хорошо. Это его кореша. Ну, то есть Ханза тебе не корешь? Ханза тебе... Гарра не корешь. Все слышали? Вот так вот. Опа. Шоп Шазайн разрушает дружественные отношения между ребятами. Ханза выплачет, сидит за кадром, ходит такой заливать. Уже просто все, он заказывает. Это татуировка, брат. У него просто татуировка слезы. Так, ты получаешь целый балл. И целый. У меня уже полтора. Так-то да. Как рост. Продолжаешь выбирать. Есть еще раз кореша. Хиты 2000-х, хиты последних лет. Рэпчик, топ ТикТока и один раз топ ВК. Так, ты где слабый? Везде. Судя по тому, что... Рэпчик, давай рэпчик. Рэпчик? Он танцем занимался, я думаю, под рэп не танцует. Давай попробуем, хорошо. Ты первый. Big Baby Tape, Give Me The Loot. Это целый балл! Давай, покажи ему танцы! Ну вот так вот я его в рэпчике и выиграл. Так вот, танцоры, братан, танцорам ничего не мешает. Я слышал, давай. Полтора, полтора, один. Вы оба впереди, пацаны. Давай, теперь ты. Полтора, полтора. Отнимаешь право один выбора. Один Шазам, типа? Да, у Шазама один. А, топ ВК, топ ТикТока, рэпчик, хиты последних лет, хиты 2000-х кореша. Может, рэпчик что-то хорошо пошло? Давай рэпчик. Ну, давай. Давай. Почему? Рэпчик. 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 Ну что ж, рэпчик в студию, пожалуйста, пятый раунд. Это скриптонит. Песня. Положение. Положение. Успел, он успел, успел. 2,5. Смотри-ка, я никогда его не видел танцующим. Да. Что с тобой делает? Я первый раз тебя вижу в целом, да. Да. Итак, целым, целым. Первый раз в целом. Каламбуры у нас пошли. Так, ты выбираешь сейчас. Какую так. категорию дальше, Рамиль? Давай 2000. Давай 2000? Уверенно. Да. Ну, мы, кстати, разделили там балл. Возможно, будет еще одна ничейка. Почему бы и нет? Погнали, раунд номер 6. Ты первый раз, два, три. Рамиль, врывайся, если знаешь. Я его хочу. Да все уже, он угадал, но ты можешь мучиться сколько угодно. Да? Нет? Тополиный пух! Тополиный пух! Тополиный пух! Тополиный пух! Нет, клянусь, не смотрел! Да, брат, он угадал через 5 секунд, я просто ждал, пока ты... Я видел, он ворош отдал, не угадал. Нет, не было такого. Да? Половинку балла можно? Никакой половинки. Да, ты когда увидишь на повторе, сколько ты угадывал. Отвечаю, не смотрел. Я видел, видел. И это целый балл Шазама. 2,5 у Рамиля, 2 у Шазама, 1,5 у Давы. Но право выбора... Сколько у Шазама? 2. 2, а да? У тебя полтора. Всего лишь-то в Рамиля? Одном балле. 2,5. У меня 2,5. Всего лишь-то. Молодец, ничего, молодец, ты еще в игре. Ты еще в игре, наконец-то. Кореша раз, хиты 2000-х больше нет. Хиты последних лет ни разу не пробовали, кстати. Да, кто? Никто не пробовал. Давай хиты последних лет. Давай хиты последних лет. Давай хиты последних лет. Хотя у него с этим получше. Один балл, и ты сравнялся. Ты первый. На баре синий, LJ. Какой трек? На баре. Ага. Ну еще вариант, Рамиль, можешь врываться, какой трек, название мне нужно. Минимал. Минимал. Минимал, сказал Шазам. Минимал. Но песня, ну хватит. Не, ну я... У него плечо болит, хватит, не трогай. Хватит его трогать. У него плечо болит, я его уже вторую прокатываю. Ханза не друг, Рамилю плечо вообще никакого уважения. Отвратительный человек. Мама, он меня бьет. Шазам набирает полбалла. Это значит, что Шазам и Рамиль сравнялись. У них по 2,5, у тебя 2. И ты продолжаешь выиграть. Я тоже половину выиграл. Да, ты половину выиграл. Поэтому у тебя есть еще возможность взять корешей, хиты последних лет. Хиты последних лет. Топ ТикТока. Хиты последних лет. Ну да, там хорошо. Что ж! Тепло, там хорошо, тепло. Вообще, это не про сегодня, да, не про сейчас. Ты это замечтался, погнали. Давай мы с тобой сыграем прятки Хамальнаваи. И это правильный ответ. И это правильный ответ. А кто? Подожди, а кто вообще определяет, кто первым нажимает? Я, конечно. Да? Белый. Он просто нажимает, начинает говорить. Нет, смысл, он нажал первее тебя. Да, конечно. Да? Я да. уже, понимаешь, она уже вот так вот была. Все, ладно. И это 3,5, Рамиль. Да. И ты в одном шаге от победы. Осталось всего 2 раунда, а может быть даже 1. Что выбираем? Топ ВК есть. Один трек. Топ ТикТока мы ни разу не пробовали.
Ну давай топ ТикТока. Да сейчас, блядь. Сейчас хотел. Рамиль выбирает. Давай. Нет, давай, что там давай было? Топ ТикТока. Кореша, нет. Еще один трек кореша остался. Давай. Кореша? Я поддаваться не умею, как говорится. Ну хорошо. Давай, поехали. Был его кореш. По идее, сейчас должен быть твой. Ты первый. Я твой кореша не знаю. Пожалуйста. Мари Краймбрери! А ты что, гонишь? А я думал, что такое родное, близкое мне, а? Брат, ты гонишь, потому что ты был позже. Я позже сказал? Реально? Намного. Намного. Я тебя сейчас причесть. Не выпендривайся. Джару шуманул, Хамзу шуманул, сейчас Мари Краймбрери. Именно для этого и создавалась рубрика кореша. Именно ради таких моментов. Не, ну просто кореша так... Ну да, кореша. Ну а что? Просто как можем переписать это? Можем имущество как-нибудь там разберетесь. Кого на кого. Нет, все. Перед финальным раундом. У нас 3,5, 3,5, сейчас причем болит? Два удава. Я вот это сразу стоять. Я уже вижу замах какой-то. Я думаю, не надо. Все, главное, сейчас... не шевелится, каждый раз запаюсь. Он видит, что буду пить, да. И стоит вот так со слезами. Ну я с яйцами, с такими, с бычинами. Вот так вот. Давай дальше, погнали. Ты? Все. Никто из вас не угадал. Это значит, что право, ходит, право хода переходит к Дави, у нас остался последний раунд. У тебя 3,5, у Шазама 3,5, у тебя 2. Ты все. Я все ты прям можешь уже, чилить, давайте, расслабонить, давай, отдыхать. Чисто на кайфах. Ты остался играть Шазам 1. Угу. Какой категории, да, Рамиль будет это делать? Ты можешь ему еще TikTok поднасрать. Топ ТикТока! Какой человечек! Смотри! Смотри, я рекламку-то закупаю иногда, так что я, может быть, сейчас что-то и сделаю. Это треки, которые благодаря ТикТоку стали популярны. Давай так. Ну давай, братуха, покажись в ТикТоке. Ты до утра зажили были. Суперфинал. Я готов. Ты, если что, можешь нажать, ответить, получить балл и все, и поднасрать вообще всем. Да, давай. Почему бы и нет? Ты можешь включаться вообще, я тебя рано выписал. Итак, погнали. Ну, братик, не надо. Братик, не надо. Братик, братик, битуй. Та-ра-та-та-та-та! И в нашем сегодняшнем батле со счетом 4,5-3,5. Это кореша же два, были, нет? Ну, и ТикТок тоже это побеждает кореша. Рамиль! 100% статистика. 2 прихода в шоу, 2 победы. У тебя тоже 5 приходов, 4 поражения. Давай. Если вам нужен идеальный оппонент для проигрыша в нашем шоу, звоните Дави. Звоните мне, звоните Дави. Рамиль? А мне кажется, у меня просто чисто как грушу, да, сюда какой-то для битья просто заведи. Ну, нет, раз. Грушу, если, его плечо, короче, судя по если всему. Вам надо, чтобы кто-то выиграл, вы просто давай позовем Даву, слушай, но он по-любому выиграет. Все, они просто верят постоянно в тебя, думают, бля, вот сейчас Даву выиграет. Вот сейчас, вот сейчас он, вот сейчас. Ну что ж, Рамиль, с победой тебя. Спасибо. 2 из 2. Спасибо. Дава, не опаздывай больше, ты его замудит, видишь, он тебя сегодня 2 раза обыграет. Спасибо большое, шоу по Шазаме. Да, потихоньку убирает. Рамиль, Дава, всем пока. Все. Thank you.